Многие из этих молодых парней и девчонок уже имеют богатый опыт общественной и административной работы в школе, институте и даже в органах власти. Средний возраст участников 22 года. На протяжении 4 дней им предстоит познать науку муниципального управления. Сегодня все тренинги, все такие лекционные части будут посвящены тому, чтобы снабдить вас инструментами. Среди спикеров и тех, кто дает и проверяет у ребят задания, только практики. Поделиться своим опытом приехал и глава Ленинского района Олег Хромов. Это тем более важно. Ребята примут участие в формировании молодежного парламента при Совете депутатов района. Всегда, когда приходят в представительный орган власти, особенно местному самоуправлению, появляется желание порулить. Вот чем-то взять и порулить, а вот понимать с точки зрения устройства законодательства, вот сегодня мы говорим о бюджетном процессе, а чем можно порулить, какие у тебя есть права, какие у тебя есть обязанности, вот я думаю, что вот такой диалог, он будет очень правильный, и сегодня я постараюсь его выстроить. По сути, программы лагеря молодежного актива по делу – это многодневная деловая игра. Организаторы постарались сделать так, чтобы ребята не заскучали. Ребята вчера определяли проблематику. Определив проблематику, они, соответственно, начинали по ней работать. То есть создавали из себя некие инициативные группы, которые предлагали, скажем так, пути решения этой проблематики. Сегодня они будут эти проблемы дорабатывать и свои требования и передавать их, скажем так, административному ресурсу. И сами же потом переходить в его роль. Этот форум помогает их окунуть в реалии управленца, руководителя и так далее. И с помощью этого мы постепенно сможем сформировать молодежный парламент. В ходе занятий участники не только познают азы правления, но и обзаводятся новыми знакомствами, которые бесспорно пригодятся в будущем. Все друг другу помогают. Даже несмотря на то, что мы разделены на команды, мы все равно друг друга поддерживаем, друг другу стараемся что-то подсказать и как-то помочь. Также в работе форума примут участие молодые люди, которые уже имеют опыт работы в органах представительской власти. Сегодня приезжает представитель молодежного парламента Пермского края. У них очень хорошо выстроена система работы с кадровым резервом. В субботу приезжает молодежный парламент Российской Федерации. Поэтому мы вот такое сделали поле культурного и, наверное, более серьезного обмена среди молодежи, которая уже в этом пространстве понимает, как эти вопросы решаются и где место молодежи, которая достаточно серьезно влияет на те или иные принятия решений. Нынешний форум по делу можно назвать международным. Егор Макаревич приехал из Республики Беларусь. Для него это возможность и поделиться своим опытом, и познакомиться с российской управленческой практикой. В Республике Беларусь молодежное парламентское движение, оно давно развивается. В частности, в городе Минске молодежная палата при Минском городском совете депутатов, она функционирует уже 10 лет. Сегодня мы говорим о создании республиканского молодежного парламента. Эта идея поддержана и главой государства. Поэтому в этом плане, для того, чтобы обмен мнениями был успешным, вот такое было приглашение принять участие в форуме, поработать на площадках, поделиться с теми ребятами, которые, может быть, в перспективе войдут в состав молодежного парламента, теми наработками, которые сегодня есть уже в Республике Беларусь. Уже совсем скоро полученные знания участники форума смогут применить на практике. Максим Козлов, Владимир Бежонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.